серьезный удар. Убрать лавину. А, тебя подождать надо. Понял, давай. Подожди, это где? А ты почему? Внизу как-то на меня. Сейчас подымусь. Ладно, займись ими тоже. Но только не в ущерб основной задаче. Все, погуляли зэки на свободе и хватит. А я не могу пройти. У меня дверь закрыта, которая там надо. Блять, а где? А ты уже внизу? Ну я не вот, понял. Да, ты пошелся, как бы. А, не, наверх. А у меня дверь закрыта. Попробуй еще ко мне. А вот, вот что нашел. Попробуй еще ты пошелся ко мне. Я не туда посмотрел. Ты в этом ВКонтакте же есть? Сидишь? Да. А, вот. Так, мы хотели как бы. Все, хотел тебя спросить, а ты так как раз вот ушел туда. Если что, тебя там спрашивать. Стоп, ты не туда пошел вроде. Не-не-не, все нормально, я бегу. Я побегу. Сейчас. Вот телепортироваться не можешь? Нет, почему-то нет. А сейчас тут вот лифт как раз уже. Вот. Да я спускаюсь, подожди. Угу. Да я вчера что-то отошел там, как я же говорю, проблемка была одна, да, я устранял. Угу. Кстати, сегодня с компом та же хрень. Опять так же, ФПС. Да. Блин, а фиг знает из-за чего это у тебя. Ну не так, в принципе, но лаг есть. Блин, я не знаю тогда из-за чего у тебя. Такой. Бля, я не знаю, наверное, и диск нагружает. Посмотрю, короче, там почищу, может, что-то лишнего поудаляю. Не, давай сразу. А, ты тут зачистил уже. Да, да. Я уже хотел сразу влево бежать. Так, значит, мне тогда надо этого взять. Пожирателя. Поджирателя? Да, пожирателя драконов. Драконов. Ой, патронов, блин. Что-то называют. И этих поджог. У них-то хорошо, а себя за что? А тут это взорвалось. Новые силы противника. Канистра? А? Да-да-да. Канистра? Да-да-да. Да это на изи, это высокая. А, сейчас это пойдем на легенду. Это же это как ежедневная, да? Да, да, это высокая. Одно я уже прошел, это вторая, еще есть третья на испытании. Пока что все хорошо, ударные отряды на подходе. По твоему сигналу они ворвутся в главный зал. Давайте, открой. Патроны! Мне нужны патроны! Че, через верх или через низ будем? Без разницы. Давай через верх. Тут снайперы то, что вот это херово. Сейчас, смотри, я активирую ульту и ебошим всех. Готов? Подожди, давай. Давай. Гоу. Не получилось. Не-не-не, нормально. В принципе, добили. Нормально. Добили. Хилка. Блин, надо было сразу туда бежать.
меня, короче, быстро восстанавливается этот навык. Фирменный. Да-да. Могу почаще использовать. Там за убийство в голову, короче, сразу. Отхил. Еще быстро. Нормально. Что, армейский 40, о, АК-47М. Что нет? Все нормальная пушка? Ну, мы хотя бы спасли бойцов АТГ. Да уж, у меня каждый человек на счету. Мне что-то уже четвертая или пятая вещь подряд падает. Щитовика. Ну тут танет хороший, вампиризм идет. Ну, без этих требований. При убийстве противника восстанавливает 35 здоровья в течение 20 секунд. У тебя хп просто ресается. Но тут, блин, урон брони противника 19, атак урон 27,2. Тебе надо, могу скинуть. Это что было? Армейский АК-47М. А, нет, я АК не играю. Ну ладно, тогда оставлю. Переколюбую. Пойдем. Не, ну вот этот талант вампиризм хороший, как бы. Нормальный так. Да его можно выбить. Ну, он, по-моему, требует много житухи. Да, ну, да, жизни. Да, да. А у меня без требований выпал там. Третий талант. Да, да, это хорошо. А сколько у меня так? Это 10, хорошо. 10 фениксов. Альфа-связь. Маску надо? 300, альфа-связь. 903 брони. 9400 сила навыка, 14 сопротивления оглушения, на плюс идет. Ну ты кинь, а я посмотрю. Ну я скинул. После завершения... Где здесь выход? По этой стрелке иди, на второй этаж там надо. Эта стрелка, блядь, бьет меня. Нашел выход-то? Да-да, есть. Сейчас посмотрим. А что бы разобрать тогда? Тут у меня что, урон. Маска, маска, маска. Урон физическое попадание, урон физическое попадание. Шанс критического попадания. Урон высоко ультимональный дальний. Во, маска получше, да. А, ну вот. Нормально. Маска покруче. Как раз мне надо сила навыка и перекалибрую вот эту живучесть и запас сил, как там я. Ну хорошо. Круто. Так, ладно. Блин, во время боя нельзя. В смысле во время боя? А здесь где-то есть мобы. А, вот все, вышел. Я на терминал-то пошусь. На бою. Можно этот, типа, третий талант, если не повторяется, идет на штурмовое оружие, как другое. Переходит. Ну так я ж с альфой бегаю сейчас.
Ну, а я-то в кочевнике, как бы, я думал, так же сработает, как с альфа-связью. Пробуй собери альфа-связь. А я бегал с ней. Я с... и Ничего не альфа-связь, понравилось. и этого хищника. Ну, у меня пуля упала как-то очень. Про не Там понял, что ли? альфа лучше поставить барет и перчатки на 7% неукрытие урон. Бронебойность это Так. типа по урон брони как бы идет, якобы. Да, урон по броне. Блин, тут ничего такого не выпадает. Плюс тут электрика. Только зря потратил. Гоните, смотрите. Брону также было. Ура. А нет, маска. Ну так 48 урон получаешь в голову. Сейчас эти все комбинации перекину сюда, туда, наверное. Сразу урон повысился. 58, а был 48. Блин, так прикольно, такие это оружие такое реалистичное, прям, ну, прям, ну, хорошая графика. Блин, скорострельность, конечно, только не такая высокая. Блин, даже без модулей и то ЛВАК превосходит этот калаш. Вот это обидно. Нет, у меня не был там же скорострельность. У меня есть магазин с 10 процентов скорострельности, но емкость маленькая, есть 7%, 7, 9,7, но 12 емкость, как бы 33 пули, но все равно 600. Смотри, все тебе лучше. А? Ты смотри сам же. Ну как бы да, но все равно как бы вот Тебе подходит. какая емкость сейчас обоим вот стоит, там 633 пули в минуту, а с 10% если 660 как бы, но падает магазин и немного подождать. А, ну как бы урон как бы не сильно так падает. Посмотрим, как он будет. Ну как побыстрее уже стрелять. Ну 30 патронов всего лишь, а хотя в принципе калаш не сильно такой страшный. Это ЛВАК такой скоростной. С калашом побегаю тогда. С этой именно, блин, нет, наверное, блин, ТРПК? а? ТРПК? Нет, с этим АК-47М. Как у него разворот идет?
также вверх идет. Куда-то он был в топе. Вот скорострельность бы, если у него была бы хотя бы 700, вот это да. Было бы топовое. Опять. Ладно, так. Тогда вот перекидываем. Хотя нет. Пусть пока что полежит. Вайфа когда-то был такая херень, когда таланты переносятся, все один талант переносится, третий, который не требует. Зато вот альфа было прикольное. Не понял еще раз. Большое спасибо. Это альфа связь. За если два ствола одинаковых носишь, таланты переносятся. Когда-то все переносились таланты, там все шесть. А сейчас только один. Ничего ты. Ну да. Прикинь, 6 талантов на оружие. И, блядь, не 3, а 6. Это вообще ну, охуеть. Да. Ставишь отхил, ставишь навык, откат навык, отхил, блядь, там пиздец. Там крип, дамажишь и хилишься. Да-да-да. Блин. Ну это да. Хороший был когда-то сет. Мы его порезали. Это только минус. Блин, а что я могу создать, интересно? И уверен, что не смогу. Блин, да. Инструменты. Так, а где инструменты получить можно? Это только если эти, да, собирать? Да. На базе одну штучку можешь получить. А, ну да. Только собирать. Либо разбирать оружие. Ну, оружие... Я не помню. У меня с оружием что-то не упадывает. Там больше я не помню, чего инструменты. Или оружие идут. А именно инструменты надо. Не помню. Инструмент собрано. О, прикольно. Как тут эти турели и мины создают. Я буду на связи. Действуй. Ты там что, на базе или где? Да. Ну, да. Мод продаю. А что это метка стоит? А. Знаю. Так. Вот, инструменты. Я тогда пособираю инструменты. Хочу обойму себе собрать побольше. Давай. Как бы можем, я могу тебя подождать. Как бы тебя же тоже придет. А у меня хватает инструментов. Сейчас скажу, сколько у меня. Инструменты. У меня там тоже. Золотых у меня 553 штуки. О, охренеть. Ну тогда. А это и, блядь. От техники спецотряда 1448. Офигеть. У меня было. Нет, у меня вчера сколько? Сотка или 150. Около 200 что ли было. Я их все потратил. Именно. Ну ты если чем-то калибруешь. Я в принципе стараюсь. Ну я вот вчера вот только собрал. Как решил этот, хотел этот обойму вот именно только. Чтобы выпало. Ага. Там, кстати, хорошая обойма продается в обезьяннике, в клетке у чувака тут на базе. Я собрал. Ну там. Этот, там да. 120% боезапас и, по-моему, не шанс крита, а критический урон. Угу. Ну я этот. Смотри, может. У меня этот. Нет, я еще этот магазин и этот скорострельность хочу поставить побольше. Угу. Давай. Как бы там на АК как бы больше то это. У него, блин, скорострельное 600, как бы, у меня 660, что ли, вот, хотя бы до 700 там поднять. Я себе сад еще один хочу собрать, на этот. Какой? Три с велониндзей. Три шмотки
Банши. ПВПшный, чисто ПВПшный сет. Три шмотки банши и два, по-моему, этого. А что за банши? Ты не башня, что ли? Обычный банши. Ты в темной зоне. Просто чисто для рогов. Сразу переделся и выносить рогов. Это чисто ПВП. Там идет почти под 40% урона по рогам. Там пиздец, короче, заливаешь сразу. Ясно. Блять, чё у меня на дробашах такие охуенные таланты выпадают, блять, а на штурмовых говно какое-то. Да-да. Просто реальное говно. Охренеть. Вообще обидно, да. Так, которая нужна пушка, там выпадают, блять, говняные таланты. Которые шлаковые, там, на разбор, там такие охуенные таланты, все три и все топовые, блять. Вот-вот. Надо купить себе рюкзак оружия. Перчатки электроника. Нет, в принципе, перчатки электроника не надо. Тут есть еще. За 665 фениксов купить надо. Будем мы богаты, обязательно купим. Но не сейчас. Чертеж прицела. МК 4 М5А2. 15-кратный? Нихуя себе. Ты представляешь 15-кратный прицел? Тут 12, блин, охренеть. Перебор. А там 15. А это 15x. Охуеть. Надо купить этот чертеж, посмотреть, скрафтить этот прицел. Че за хуйня? 200 фениксов. В принципе, куплю. Пусть будет. Охуеть. Ну-ка, сейчас скрафчу, попробую, посмотрю, что за хрень. О, МП-7. Что ж я же купил, не помню. Чертеж. МП-7 купил. Я М44, по-моему. Это моя М700 тут было. Прицел МК4. А, ну а, да, 15-кратный. Да, М700. М700. Там пару штук скрафтил, что-то не получилось. Лень тратить эти инструменты на снайперку, которые я пока что пользоваться не собираюсь. Ну я вот тогда этот раз вот с первого раза вот выпало хорошие там таланты. Вот снайперку взял, вот этот карабин, который 44-й, это или как она там называется. А у меня телефон, я пока без связи. Угу. Я пока офлайн.
Thank you.
Раз. Ага. Приходили? У меня чумовой опыт. Я хавать ходил. Ясно. Это так захотелось чая, пошел и пожрал, короче. Ясно. Ну приятно. Чё, пойдем дальше тогда? Да. Испытание пойдем. Пошли испытание, там еще одна миссия осталась. Это у меня. Можем и к тебе пойти. Давай. Я тогда тпшусь на нее. Ты провал. Электростанция. Уоррингейт. Ты поставишь ящик, Илья.
Что? Ящик. Ну, что поднимать? Ты или я посажу? Сколько у тебя электроники? У меня 800 вроде бы, я там 8, да, 83 тысячи. 83 тысячи? Да. Куда все вкачал? В оружие. Сколько у тебя оружия? Ну, так, пулька 9200, а там урон как, ну, смотреть надо в оружие, так, то 300, то 400 показывает. Я понял, понял, пулька 9, пулька 9, 9, да? Да, 9200, а электроники 2600. Охуеть, у меня 7, но у меня дамажит пиздец просто. Ну, у тебя можно таланты, ну, ставь, тогда задание ставь, я этот ящик поставил, слушай. Ты этот, возьми эти хаешки, которые, шары вот эти, вот у тебя хорошо их дамажит. Ага. Огненная вот эта, которая хорошо, она как их сдерживает. У тебя эти аптечки-то есть? 5. А, ну все, хорошо, давай. Ну вставляй тогда. Вдвоем пойдем или что? Подожди, я подумаю сейчас. Нет, вдвоем, я думаю, вряд ли справимся. А... Тарина, сдерживание. Давай поставим, короче, на это. Ага. Испытание мы вдвоем пройдем. Мы не пройдем легенду. Ну вот это да, тоже. Так, подожди. А, легенду мы не пройдем. Давай испытание. Подожди, вдвоем. Стой. Я думаю, может турель мне поставить? Я вот думаю. Огненную? Да, или шары. Ну турель, она, у нее дальность то, что 25 метров. А обычно. А ты, короче, ставь турельку будешь ставить где-то, чтобы дробаши просто не подошли, чтобы полил дробаши. Тут огненная все, тут дробашей-то нету. Тут же эти. Как там? Выжигатели. Я понял. Так, тихо, у тебя фонит микрофон. Да-да-да, выжигатели. Ладно, ставлю эту. Пойдем. Сейчас фонит. Да, все еще. Ну пошли. Так, ракет. Отряд нет, тут тоже есть они. Потому что, ну, кого мы пытаемся обмануть? Давай думать о живых. Я упал. Сзади зашел. Сзади один, сзади. Фонит еще у меня? Нет, нет. Там сзади где-то подошел, я не знаю откуда. Ну, видимо, обошел, да. О, блядь, нихуя себе. Такой бежит наивный, типа, вы меня не тронете. Да. Я помню, мы на Легендарке даже до этой двери не дошли.
Нихуя себе. Ага. Не, в доме это пиздец. Сейчас, подожди минуту, мне что-то. Давай. Блин, нет, калаш хорошо, но, блин, скорострельность не то, правда? Ну да, скорострельность. Я же говорю, он когда-то был нормальный, а сейчас он... Ну то, что за этот талант, то, что с ним сходить, если... А теперь нас снова хотят обвести! Вы согласны сдохнуть за решеткой? Вы согласны, чтобы мусора нам ноги вытирали? Я в эти игры не играю! Это мы будем ставить условия, а не они нам! Верно говорю! Саш, подожди тогда. Я поменяю на ФАМАС. Давай меня. Так, давай, открывай, я тогда. Патроны были. Вот. Были? Ты взял, да? Да. Блять, не правда мажет, пиздец. Пожалуй, аптеку. Сбоку обошел. Я спустился сюда. Моя. Ага, я уже все. Блять, граната. Я понял, сейчас подожди. Охуеть. Заливают нихуево. Угу, еще так. Охуеть. Понял? Да. Я вижу. Зашел, 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 блядь, зашел, пикнусин. На тебе вам. О, ё-моё. Да, сюда, по крайней мере, не помешало бы. Иди, засыпай гранатами. Почти уже навык остановился. Хорошо. Прикинь. Одну толпу разгромили, вот навык уже почти. Пу, ребята. Ох, нихуя себе. Ты чё? А чем это так? Чем это так жахнуло? Ох, ё-моё. Били? Да. Сейчас, на... Бля, нет, не поднимется. Ясно. Охуеть. Да. Да, блин. Я попривык, блин, нажимать то, что этот, на мышке, этот, аптечку юзаю, а у меня турель там стоит. Блин. Угу. Переставь. Так вот, не, нормально. Да это по глупости, давай, сейчас пройдем. Далеко поставил. Дробаши, дробаши, дробаши. Так, турель кинул. А, они турели убивают.
Сейчас, хилочка. Полка нахуй. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Короче, слушай, вот этих, вот эти недобитки, вот, у которых там говно хп, оставляй мне их, я буду добивать. Когда я их убиваю в голову, у меня навык восстанавливается быстро. А, вот хорошо. Когда я буду добивать их, мы просто будем часто юзать... часто будем юзать вот тут, блять. Я его не вижу. Ну то он не видит как-то. Это ж боды, блин. Все. Она права. О, у меня одна аптечка, оказывается, осталась. Кабаши? Че за фигня? Че? Ты завис? Да? А сейчас нормально? Двигаюсь? Да, нормально. Это подвис просто. Я не знаю. У меня потому что да, вот сработало как-то. Сейчас, подожди, я тут вон аптечку соберу. Вот еще аптечка. Ты держись там, как бы не лезь. Бегу. Давай я. Сзади, дробаш. Да. Блин. Что за лагер? Давай ульту прожимаем и валим их. Подожди, перезаряжу. Давай. Ай, сзади. Блин. Как меня бесит эти дробаши. Валишь? Да, встаю. Слева до этого. Так, в смысле? Толком я вниз. У меня этот маркер вниз отправил. Вот зачем-то. Это ж маркер. Да. Мать его, маркер. Не вижу, да. Ой, сейчас подожди, попробую вот эту поставить. Вот хилка. Поздно как-то, блядь. Вот его. Ни хера не сработал этот урой. Вообще ужас. Подожди. Оставил турель на шокер. Ползи.
На шок? Да, она, блин, как-то... Говно. На шок это говно. Это для ПВП. На ботов оно так. Ну, блядь. Толстый, толстый. Эй, толстый. Не злись, толстый. Взрывные устройства обезврежены. Так, теперь еще и этих уродов замочить надо. Когда там станет не столь жарко, я вышлю инженерную группу. Пусть разбираются. Сейчас будет жарко. Да? Я где-то тут вот сяду. Ну тут где-то сяду. Так или иначе, это дыра в жизни того, что... Смотри, гражданский вон. Возле дверей. Да? Да. Где она взялась? Недобитки мои. Сзади, блядь, не накрываю. А, во. О, у меня уже почти навык откатился, охуеть. Ну, потом это. Давай, добивай. Yes. Вот для меня. Ну ты чё, добить его попасть не можешь? Ослепил мне. Да заебал ты, блядь, сука. Стой. Килка. Я же не могу попасть, ты просто мансуешь туда-сюда, я не знаю, как ты бежишь. Давай, левый пов... А, ну ладно. Да, любой, давай. Главное жить. Да у меня тут просто этот. Товарищи пришли. Иду, иду. Иду к тебе, иду, иду. Помощь уже в пути. Они бегут. Тебе три штуки, меня
Меня, короче, игнорят, блядь. Да, я вижу. Тебе три пошли. Положил? Да-да-да, нормально. Хилю. Ага. Поджог. Нормально. Иди. Сейчас так. На меня ты. Ага. Поджог. Убил. Блять, куда я шар бросил, охуеть. Вот мудила. Да ладно, нормально. Короче, вниз кинул шар туда, в самый низ. Я ее не вижу. Убил? Да. Да. Так, а куда теперь? А что где-то на карте? Вон, да, снизу. Есть еще? Да, вон, бегут. А, всё, вижу. А, я слепой, глухой. Где-то. Подниму. Ты что там? Да, хорош, закидали. Хорош. Я понял. Живи. Ты тут мёртвый не надо. Сейчас обойду стороной. Давай ещё этим? Да. Давай. Давление продолжает расти, сколько не сбрасывай. Вырубить все это можно только с центральной аппаратной. Иду туда. Нормально. Сквозь дверь прошел. Не успел открыться еще. Это будет конец света, придурки. Парни, вообще это сволочь. Тут уже как получится, если не добью, то... Давай. Гаси. У меня пока что на восстановлении нет ничего. Я не использовал. Блин, да как мне? Станешь? Да, стою. Ящик рядом. Только то, что их не вижу. А, немножко плохо. Так, минус. 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 Сейчас еще пойдет. Сейчас на ульте, да. Только выходит сразу на ульте. Не-не-не, там, бошницы. Подожди, там их несколько нужно пойти. Не, когда босс выйдет. Ага. Сейчас я не юзаю. Ну да. А, вот тут справа, вот. Да, на нем... Двери. Вот. Отходи, давай. Отходим, так же. Кил казали. Один. А, вон он где. Кто? Да, с гранатами он. Бегает. Стука? Ага. Один забаговал, видимо. Поляк. Извини. Вот это ты меня поджарил. Нормально, живой. Все, сейчас. Сейчас выйдет. Да? Вот так. Да, иди сюда. Иди поближе.
сразу зальем. Я, короче, туда шар юзаю. Точно он сейчас выйдет? Да, да, да. Андромаши. А, нет. Блин, наебал тебя. Нет, Андромаши бегут. Опять оттуда, от дверей. Да, да. А, кстати, тоже, блин, слева и справа. Дробаш, 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 дробаш. У меня хп, блин. Блять, я же скилку проюзал, сука. Ты не станешь? Нет. Блять. Я же, сука, хилку прожал. Ну, чё за хуйня, блин? Они, короче, обошли дробаши. Так я тебе говорю, надо было отходить обратно. Да я проебался, я думал, что он выйдет. Да я проебался. Да, блин, закидали. Да ты-то чё? Пиздец. Охуеть. Да ты помешал, я не сел, короче. Ну, блин. Ты был, короче, перед этим, перед укрытием, а я подбежал, я хотел сесть, но не мог. Угу. И вот стоял как дебил. Ладно. Блин, я ульту зря потратили. Да пофиг, сейчас восстановится, она быстро. Только не добитки мне оставляй, и все. Ну, постараюсь. Блин, достали ползи эти гранаты. Сюда. Ползу, ползу. Ползи, потому что я в прошлый раз подбежал, здесь хотел. О-о-о. Нормально, нормально. Давай, добивай. Здесь. Нормально, живем. Ой. Я сбегаю. Правый фланг, правый, правый, вот тут. Отходи, вот. Отходи. Правда. Нормально, они только отсюда. Блядь, зависла. Ох, сука. Чё за хуйня у меня с компом, блядь? Точка пошла. Hello, brother. Да заебал ты, блядь, ушел. Ну, давай. Там еще... Да-да-да, там еще идут. Я сейчас туда гранату кину горящую. Давай. А я так буду. Левый фланг. Блин, опять. О, блядь. Расстреливай. Понял? Ага. Еще, еще один. Беги, беги, не, беги. Не ползи сюда, зачем ты сюда ползешь? Поднимаю. Один бежит. Ох. Блять, ульта не установилась. Ладно, нормально. Пошли туда. Он вроде справа или куда он?
Во-во-во-во. Вот он, вот он, вот он. Горите, бля. Горите, твари. Еще туда огоньку покинем. Зашел один тебе в спину. А, у меня патроны закончились. Да. Горю, бля. Ай, горю. Стилка сзади. Да, блядь, я тоже горю, блин. Минус. А где босс? А, босс уже пали, нифига себе. Да, забил я. Что тут зашло? Одна фигня. Облегченная эмка выпала. О, только сравненная. Ну, нормально. Тебе там больше делать нечего, только так что можешь валить оттуда. Если с нами не будут щенки. Ну мне как-то на эмке не везет. Одна не, выпала не, не, за сюда, всю игру, блядь, больше. А я собираю. А. Тут что, наколенники? А сейчас я рюкзак выпал. Ходи. Бля, я же говорю, мне обреченная М-ка не выпадает. Постоянно, блядь, какая-то херня. 21. Обреченки нет. Кого-то говняная там она выпала. Вообще прям ужас. Так думаешь? Не знаю, что-то показалось мне так. Показалось? Там же статы не пишут. Ну, я вот посмотрю. 20 урон, 20 по броне противников. Схватка, талант, как бы. Что и было. Патроны, патроны, патроны лежат. Давай, иду на базу. Бегу, бегу. Блин, что ли? Куда тут выйти как? Да ты перемещайся на базу, там уже пофиг. Куда не выполнил. Одного бота не могли убить втроем. Ой, ужас. Это гашники? Да. Да, не ловки просто. Я не знаю, у них вообще урон как бы не идет. Я же говорю, они ловки, блядь. Это бесплатный цирк. Вот, вот, точно так же и да. Кабура. Кабура. Хуйня. Тебе надо этот? У меня рюкзак. Там запас сил вроде бы. Или на здоровье. Альфа связь. Сила навыка 13 тысяч. Альфа связь? Да, альфа связь. Сейчас посмотрю, подожди, подожди. Основные подожди. Характеристики. Ну тут в электронику. И 1100 броня. А, не-не-не. Вот это перчаточки. Короче, шанс крита. Золотые 5. Шанс крита. Свирепость. А, не-не-не-не. Урон от штурмовой винтовки, урон от критического, шанс крита. О, три этих ошибок. Бля, ну... Крайние меры засекреченные выпало. Нормально. Только зачем? Я как... А ща... Я не ношу же. А сейчас, короче, офигеть. Ты откинь, а тут... Тебе надо чемпионские эти наколенники? Шоу-бол? Да. Да, конечно, надо. Ну вот, на скидываю. Мне только что вот. А выпали. Тебе что, не надо? Ну, у меня есть одни уже. Охуеть. О, спасибо за... Стойкость... Спасибо, спасибо. Блин, вот крайней мере, зачем? Стойкость к экзотическим видам, защита от элитных врагов. Стойкость к экзотическим видам, защита от элитных врагов. Ты хуёвый, да? Ну да, зачем это мне? Ну ты кинь, пусть будут, блядь. Обезвреживание гранаты, урон,
радиус 30 метров получается усиление в зависимости от типа обезжирения. Это подожди, крайней мере, это который этот Миха, который типа гранаты ест. Да. Это вот да, это, да, что да, хавает гранаты. Эмиль, разгранаж в течение 8 секунд. О, нормально. Ну ладно, оставлю. А это что мне с какого выпало? Получается, со второго какого-то этого рюкзака. Ой, контейнера. Так контейнера? Где? Да. Ну у меня три контейнера было, как бы вот. Ага. И мне вот выпало из них. С обычного контейнера экзотика выпала? Ну вот золотой. Нет, это ведь. А я фиг знает. Блин, ладно, потом посмотрю на вид. Нет, это тебе не с контейнера выпало экзотика. Это с контейнера мне выпало, с золотого контейнера. Там три шмотки. Две золотых и одна экзотика. Я ни разу не видел, чтобы с контейнера выпадала шмотка. Ну вот, мне вот только что выпало. Именная. Мне только что выпало. Не видел. Нормально. Ну да. Ладно. Нормально, нормально. Ура, у меня есть на коленнике шортбоу. У меня есть как бы одни. Я как бы с ними. Они ни с чем не комплектуются. Как бы. Да это ж золотой сет, это PvP. Там задержка перед взрывом гранаты до 0. Она просто кидаешься. Да. Граната сразу взрывается. Практически сразу взрывается. Вот это надо, вот это PvP. Как раз и хорошо. Вот бросил гранату, чувак не успевает отойти и шотит гранату, и все. Ну вот, видишь, я тебе как сделал. Это для PvP. Спасибо. Вот я... Вот можно два сета собрать. Один золотой, там жилет Барретт. А, нет. Нет, жилет там идет на оверхилл. Потом перчатки на вне укрытия 7% урона. Потом... На коленке шортбоу. А, маска, не помню. Маска. Маска на урон. Есть маска на урон, там плюс 10 или сколько там урона. Это плюс. Ты про какую говоришь? Это золотой сет. Он самый как бы топовый. Самый дамажный. Самый дамажный сет. Это золотой. Короче, ну нафиг я этот элвак лучше поставлю свой старый. Как-то. Так. Что-то мне. Ну это я вот сейчас с ФАМАСом бегал или с Калышом как бы. Ну вот с Калышом в основном бегал. Как-то он. Ну талант хороший, как бы. Выпал бы вот он на элвак или облегченные МК. Вот это да, тогда бы. Можно. Так вот. Не, к сожалению. Так. Так, а что я хотел тут? Тут у меня свирепость. Поможет. Чё себе народно возле перекалибровки. Много? Ну да, ну вот 4 тела стоит. Калибрует, блядь. Но. Или там калибрует. Ну ладно, единственная нормальная схватка выпала. Чё? А, блин, тоже не хватает. Да ё-моё. Талант фигу выпал. Выпадают. Надо тебе улучшенный G36? Ну давай, скинь. Смотрю. М8 она. Там таланты там, в принципе. Посмотрим. А, нет, 36. А, ну да, М8 это же. По идее как N8. Ну, коварство 22, ну почти 23 как бы, но урон броня и маленький. Да, ну скорость. Надо оставляй, не надо, продавай. Да не. Я все равно продам. Не очень что-то.
Чё, последнюю пойдем выполнять? Это, скорее всего, за этот. За какой мы ходили вот только что? На испытание или как? Да. Вот, за испытание, скорее всего, то, что выдали. Может. Это был... Была станция Уоррен-Гейт, да. Но я уже все три прошел, там есть. Тебе надо все пройти? Ну да, сейчас. Ну, я вот ТП-шусь на российской кольце села. А, это я сам проходил, да, давай. Блин. Провожу синхронизацию. Устанавливаю связь с бат. Забыл аптечки взять. А это тоже, кстати, да. Помнил. У меня загружаются файлы из призрака, того самого агента. Мне с ними еще долго разбираться, но там... Давай, там быстро сейчас. Очень хорошо, что там их... очень легкое. Хорошо, да не очень. На изи пробежим. У меня сейчас они ведут беседу, когда я уже миссию закончил, хотя я не начинал ее. Нормально. Хороший баг игры. Лучше путать, чем никогда. А, слушай, я уже не могу, у меня нет. Ну ты ее заново. Ты заново же можешь ее пройти. Ну, на высокой просто поставь. Нет, нет, нет. Не можешь? Нет, давай ты бери ты, а не. Вот. Там у тебя должно в скобках писать. Высокая, ежедневные. Угу. Пишет, нет? Да-да-да. Все, пошли тогда. Агент, мы засекли радиопереговоры батальона. Блять, у меня лаги пиздец пошли. Опять? Осмотри, да, это на заданиях. Так нет, а на заданиях пиздец просто. Блять, чё он, сука, бегает? Иди. Стопей. Ого, стой, 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 стой. Я кинул там хил. Угу. Блять, а как он сзади, блин, тоже? Во. Вон у меня. Что, готов? Стой. Тилка. Тилка. Угу. Нормально, мы их так сжарили. Внимание! Ну это ж простая сложность. Блять, заебало, блять, сука. Лагает? Достал эта херня, блин. Лагает пиздец. 2-3 FPS, блин. Это жестко. Чё? Чё? На вроде, да. Один противник, охренеть. Блин, кто отстал? Агент,
Я, к сожалению, не знаю, что конкретно искать. Но Черненко не прекратил бы работать даже... Теперь FPS, заебись. Так что, заметки, ужас. И все такое прочее, ну, понимаешь? Как оно бесит, это пиздец просто. Так когда в новую комнату ходишь, пиздец просто. Оно потом раздупляется. Валим. Ребята, вам подарок. Ты наверх. Русские чинят технику. Да, да. Загружаем его файл. Что это, доктор? Опа. Это же схема рынка. Опа. Опа. Это жопа. Гранатку туда вниз. А, да, я тоже уже приготовил. Только дверь открывает, и сразу гранатку. Обнаружено противодействие. Устанавливаем. Жигательное. Горело хорошо. Оп! Пошла, родимая, еще пошла, родимая. Вернись, блядь, тварь. Все? И не все. Все, нет. Сзади тебя. О, блядь, дробаши, дробаши, блядь, суки, дробаши. А меня так просто не возьмешь. Ага. Все, что ли? Да-да. Ну, нехило так закидали. У тебя эти еще плюс? Да, это... На коленнике, да? Стоят. А, не, я не ставил. Это у меня альфа связь, я не ставил. Пока что не ставил. Ну, на коленнике там гранаты взрываются и все. Это плюс. Я буду сет собирать ПВП, чисто ПВП там. ПВПшный сет. Вот там и посмотрим. О, блядь. О, блядь. Ты чё там? Пилочка у меня. Не, всё нормально, это я так. Бан садил. Блять, у меня лагает, я, блять, не могу. Пасть, блять. Взяли аквариум, разбили. Варвары. Открыл пустой ящик, посмотрел, закрыл. Ушел. Заебись, патроны подбираются, да? Взглядом, блять. Телепатически. Черненко.
готов? Дробаши там справа были. Да. Не на тебя вся агрится. Да, что... я не знаю почему. Потому что меня вот они сейчас не тронули. Что думаешь, бессмертный такой? Нет, он не бессмертный. Он уже дохлый, блядь. А почему его это? Оп. Вот хаяшку кинул, а он не, не загорелся почему-то. Да там не всегда, там, по-моему, какой-то шанс вообще. Так, ну что, он может меня услышать? Виталий, это доктор Джессика Кэндл из Нью-Йорка. Виталий, открой, Виталий. Я вас знаю. А вам знакомы мои работы? Доктор Кэндл, мои записи у вас, они целы. Виталий, все хорошо, мы хотим помочь. Открой. Когда бомбануло. Вау, какой у тебя расцветка. А где ты такую взял? Вот выпало мне. Офигеть. С этих. Радуга. Да, прикольно. Прикольная, да. Вот на этом. Такая няшная. Но это вот с этих, когда эпидемия шла. Вот а, у меня такая есть. Да, это у меня есть. Там еще есть одна прикольная эпидемия, зеленая как бы. Угу. Это одна, есть еще одна там зеленая, там прикольней. Но это радуга прикольная тоже. Расцветка. Вот вчера выпала она. Единорожек. Разрешайте вступить в бой. Разрешаю. Посмотрим, на что способна вторая волна. Подвинься. А, тут скажи морду. Попал? Попал. Давай, вали. Блядь, горю! Но... Сука, туши, бив, блядь. Мудак конченый, блядь. Уже все нормально. Да пиздец, блядь, вот именно все, блядь. Пока дебил, блядь, потушился, уже всех перестреляли, блядь. Охуеть. Так, все, да? Ты понял? Не, подожди, сейчас миссия закончится. А. Блин, ну вот удобно, вообще прикольно, блин. Еще так музычку надо. Ран! Да, прикольно. Вообще быстро, да. Как там отсюда выйти? Сейчас вот тут откроется, пойдем. А. Да, блин. Охренеть. Ты подвинься. Ну, дверь такая тяжелая. Что-то мне дали. Сейчас я там телефончик заберу. Угу. Тень башни. Шалет. Повышает прочность брони. Тактический рюкзак и рюкзак спецназовца есть. То же самое, сила оружия, запас сил как бы повышает на 200%. А толку? Ну блин, так хороший рюкзак. А, ну тут у меня стабильность побольше идет. Ты тут-то? Нет. Нет, в смысле, ну. Как бы ты в игре. Не, я есть, но. О, мне зелень еще выпало. А то просто это, ты молчишь, норм. Как думал, ты вылетел. Не, я есть. Я пойду телефон заберу. Как бы стараюсь периодически там собирать эту всю хрень, телефоны, эти я дроны понял. Разбившиеся. О, я как-то не... тоже один раз решил все собрать. Ну, кроме там а вроде. Ты метку поставил на инструменты? Да. Блять, я. А, блин, я забыл. Сорян. Я пошел по метке. Сейчас. Ставь свою.
Не, я забыл, да, я сейчас заберу там 2 минуты. То, что у тебя. А я все. Я вот именно выходил, вот дроны собрал, вот это все как бы. Ну я особо так не парюсь над этим, но когда я где-то в области поблизости есть, то в принципе иду. Нет, мне просто интересно как бы стало, что типа что за все это как бы будет. А там за полностью собранный комплект кусок шмотки дают, или шмотку, я не помню. Ну, почти. Не кусок, а с комплекта вроде шмотку дают одну. Ну, вроде мне. Я не помню какую. Вроде вот как далее, вроде как и нет. Так, досье. Так, вот. Полевые данные. Так, у кого по выживанию, у меня одного не хватает. Телефонные записи 3. И пропавшего агента. Все остальное у меня найдено. Но ты сейчас у меня на этом, на карте, у тебя не будет. Не, ну это тогда понятно. А я не знаю почему. Вот, а где вот 3 последние как бы? Или а это... что, у тебя на карте нет? Нет, или... все вот. Что собрал, и у тебя не все собрано? Да. На карте вот не показано, я не знаю почему. Не знаю. Или это как задание, что ли, вот на заданиях они. Может, на заданиях, я не знаю. Пошли, блин. Мудила, ты гаешь мне. Где-то тут. Ой, ткань. Да. Только не знаю, для чего она. Ткань? Да. Для шмута. А какого? Ты вроде... Шмут крафтить. Так ты вроде не создаешь же ничего. Почему? Броню, наконечники, это для этого. А-а-а. Дальше вот сюда. О, телефон рядом. Заберем. А вода лежит. А да, я мобилу нашел. Моя мобила. Так, куда там дальше? Это мы зеркальце, скажи, кто на свете всех милее? Куда нам идти? Я не знаю. Как бы мы все выполнили вот. Уже. Так ты метку-то поставь, я как бы все равно ее видеть-то не буду. А, я не метку ставлю, я иду по меткам. Вот, нашел. Не, еще одну. Блин. Рядом. Ладно. Потом прибежишь ко мне. Я тебе кое-что покажу. Ну? Я уже иду. Я так и знал, что клюнешь. Чем это так, блядь? Этот баллоны стояли. Нормально, блядь, не шотнул. Мы до Михи так все время прикалывались, блин. А тут контейнер, кстати. Тебе надо? Нет. Здесь. Я это говно не собираю. Это шлак. Тут просто затрата времени. А, ну да, фиолетовый. Вот. Синяя, точнее. Магазин электроники. То, что доктор прописал. Мне всегда электроники не хватает на этот, на крафт... Керни, блять, как его там? Модификации. Нет, тут да. Я всегда на модификации трачу. А, ты тоже да, не блядь, в тот забежал? Да, а, нет, то, в тот, тот. Там, он там, но я что-то... Да, тут, не знаю. Тут вот, тут проход, да, был. Дверь есть, да? Да, так же, до конца есть держишь. Дверь? Да-да-да, и туда. Я только не знаю, выход.
А, вот да. Через верх. Хирио знает, через куда верх зашел. Есть. Вот я стою, тут есть спуск. Есть? Угу. Нашел. Down. По-моему, надо собрать ежедневных. Да или нет? Я электронику собрал уже. А я не помню. Ну, не отмечает, значит, собрал. А сейчас посмотрим. Назначение режима. Баня — это темная зона. А, ну тут баня... все. Вот там подземку не спускался? Нет, а чё? Ну, там есть тоже подземные назначения. Раз в день. А чё это? Подожди, подземка. Подземка. Underground. Где метро? А, ну пошли тогда, чё. Тебя... А я не знаю. Это дополнение есть? Ой, я фиг знает. Season Pass брал? Нет, тогда нет. Подзем... Высок... А. Подожди. А я на них телепортироваться могу, да, получается? А так, если... Куда, куда телепортироваться? А, это вниз туда аж подземелье. Нет, нет у меня их. Да, да. А ты вообще ничего не брал из дополнений? Нет. У тебя только просто игра? Да, стандартная такая. Как бы основная. Так, 10 лет. А, так ты там пропавший сокол, а эти все миссии не проходил, да? Испытание у меня... Какая тут... Не-не-не, не испытание. Смотри, вот в дополнениях есть миссии. Гнездо дракона, похищенный сигнал, вот похищенного сигнала нету, чистое небо есть. И сейчас это скажу. Оно бесплатно. Да, и пропавший. Пропавший сокол. Да, вот есть. А остальные два нету. Нет, не работает. О, чувак, ты там пропустил очень много. Там да просто ладно, жопа. Сильно так. А вот сейчас 60% на Season Pass. Можешь купить, если есть. Угу. Деньги. 60% там за херню можно взять. Это за сколько они примерно там будут? Это в этом виплее в смысле или где? Да, да. А чё это в Season Pass уходит? Что там? Именно вот эти подземелья, что ли, или чё? Или все? Серёга. Серёга. Слышно меня? О, вот сейчас слышно. А, я, блядь, свернул игру, блядь. Да. Сейчас... сейчас нет... акций. Нету? 2400. Сейчас стоит. А было пару дней назад 60% скидка. Ну, они периодически есть на 60% скидки. А чё там входит в это? Ну, это в Season Pass. Season Pass — это все входит. Абсолютно все. Все, что есть в игре, все входит в Season Pass. Это ты покупаешь доступ на все абсолютно. Mm-hmm. Там, короче, есть дополнительные миссии, вот, подземка есть. Ну, интересно, короче, это там интересно. Получается, все дополнения, когда они идут. Да, да, там все дополнения. Mm-hmm. Там дохера чего. Там есть дохера миссии. Вот, например, Гнездо дракона интересно, там пиздец, просто все просто, короче, горит в огне. Mm-hmm. Ну интересно, это надо смотреть. Там чистое небо, похищенный сигнал, то есть пропавший сокол. Ну это надо интересно. Вон этого еще мудака тогда, чтобы он тоже покупал, а то что, как будем без него бегать то ну да, потому что там в одиночке там четвером практически нереально пройти, а вот в одиночке там просто пиздецкий пиздец. Объясню. Ты реально. Реально там пиздец. Ладно, пошмот его там уже. Ты посмотри, будет скидка там, я же говорю, сейчас 2400 рублей там на скидке будет, блять, 1000 рублей, я не знаю. Ну хорошо. Но по вашим меркам это много?
Нет, мне в рублях как бы тоже. Ну, я знаю, 1000 рублей. У меня в гривнах. В смысле, у меня в рублях, но я не знаю, я покупаю да, за гривну. Да нет, я вон эту-то почти за 600 купил, за 600 купил. Вот дополнение. Со скидкой и то. Кого купил? Ну вот эту саму как бы игру, ну, за 600 вот купил. Почти со скидкой. Не, я спрашиваю, для вас 1000 рублей это много? Ну, так-то нет, в принципе. Ну, для меня-то нет. Это он у этого там в гривнях. Кого? Его в рублях тоже. Он в Белоруссии. А, ну тогда не знаю. Он же белорус. Это у меня в рублях, либо я покупаю через свою карточку в гривнах. Ясно. Да нет, в принципе, у меня-то. Блин, у меня две этих мотоперчатки черепов. А тоже есть две. А? У меня тоже есть. Блин. Перчатки. Слоник, блин. Опа, у меня, блядь, не прикинь. Чемпионский наколенник. Наколенник шортбол. Да. Это с контейнера. Охуеть. Вот видишь, это из обычного контейнера или золотого? Это с ящика, который у тебя тоже, наверное, был. Это в задании они выпадают, стопудово. Вот, который мы на испытании проходили, видимо. Да. Охуеть просто. Ну пусть будут там, может какие лучше выберу себе. Ну да. Но надо же, блять, так, да? Ну у меня так же. Искал... Да. У меня так же вот с этим освободителем. Я вот его купил, получается, фармил как бы. Купил, и мне он выпадает потом на следующую вот игру как раз вот мы проходим. Контейнер выпадает, и он выпадает там же. А, это вообще ужас было. Ну, кстати, у меня лучшие наколенники. Которые выпали сейчас? Или которые я тебе сказал? Не, у тебя по броне круче. Вот, блядь, вот гадство. Да. Блядь. У меня они на электронику, но там... Нет, не херовые. 1400 брони, а у тебя 1650. Нормально. Нет, твои лучше на коленке. Там только калибрануть на... Оружку хорошие. Угу. А мне на электронику, блядь. Я за не знаю. Оставлю две, пусть будут. Ну да. Скорострельность 11%, емкость 11%. Блин, у меня вообще тогда пуля... Полюбуешь? Нет, мне контейнер, из контейнера выпало. Ну-ка, останок надо сбегать, посмотреть, как это будет. Ой. Ты на стрельбище? Ну. Пойдем в зону? Ну, можно. Я вот думаю, может этот попробовать на легендарку что-то пройти миссию вот именно. Ну готовься, тогда будет тяжело. Да, я вот да. Тоже вот думаю. Там будет пиздец. 943 пиздец. Патрона в минуту. Что? 943 патрона в минуту у меня. На этом. Скорострельность? Скорострельность, да. 540, подожди, сейчас скажу, сколько у меня. Нихуя себе. У меня 850 плюс 48, это... 898. Вот. А так у меня 897 вот стояло. То, что емкость, как бы. А ты все на скорострельность лупил? Нет, мне выпали просто усиленные пружины магазина, вот. Я контейнер открывал, мне вот выпало. Ну а обойма у тебя сколько?
А, бомбы так. А, на 33 там, вроде тридцатник. Как. Тридцатник. Да, 33. Тридцатник, вот. Да. Ты просто будешь часто перезаряжаться. Вот это да, минус. Ну это в принципе нормально. Пульнул, отхилился, сел, отхилился. Пульнул, сел, отхилился. Ну, это нормально. Ну я так привык. Как-то уже побольше, чтобы магазин... Ты просто, да, ты просто заспреил и сел и отхилился. Mm-hmm. Это нормально. Mm-hmm. А ты где? Я сзади тебя. Он рядом. А ты на... На ТЗ. Тут уже? Да, да, да. Идем ТЗ? Или на легендарку? Давай на легендарку. О, у меня один друг играет. Ладно. На легендарку, в принципе, можно. Какая тут производственная форма, вроде бы, она на легендарной. Тут много на легендарках есть. Да? Слушай, есть в темной зоне, надо ликвидировать бандитов. 10 штук, и получим контейнер. Давай, давай тпшимся вниз зоны, 10 бандитов мочим и выходим. Самый низ? Подожди, я там ренегаты бегают. Там роги, давай в правую часть. Вот на КПП справа, вот сюда. Вверх? А, блять, это я очень высоко. Нижний, ниже меня. Ага, я тоже. Давай я сейчас туда тпшнусь. Ага. Ну там тоже вон. О, да, да, на эвакуация еще. Да пофиг. Да, 10 бандитов грохнем и выйдем, все. Угу. Получи, тяти. Сейчас, подожди. Как? Бегу. Радиосообщение нарушено. Связь возможна только на коротких дистанциях. Хорош танцевать. Установление. Система перезагружена. Осторожно. Вы в темной так, зоне. Так, это чистильщики. Ухваем всех. Давай вниз, маркер поставил, тут бандиты, вот. А, во, тут они есть. Да-да-да. Как он эпично лег. Это только 4 убило, да? Ну, мне тоже считается, как бы. Нет, если ты попадаешь, то считается. Нет, мне тоже 4. Если я попал и ты убил, у меня считается. Надо задеть, чтобы все вместе. Так это вместе и считается. Да хуя. Я бы 4 убил. Вот рядом есть. Да, вижу, ну только... Переулки. Вот видишь? Да, я как бы убил, тебя тоже считаю. Да, есть. Есть контейнер, да? Да. Ну он сразу в тайник вперед. Ой, зелень выпала. Если херовая, то есть нет. О, хилку прожми. Нормально, жить будешь. Пинбан, о, выберу. Пинбан, что надо. Хотя и не надо. О, как много-то выпало. Аж 4 шмотки сразу. О, пошли, там контейнер есть. У меня 16 ключей. Ясно. И еще тридцатник у этого, блядь. О, рюкзак тень банча, заебись. Но как раз выпадает то, что мне не надо. Мне тень банча надо совсем другое, блядь. Перчатки желтые я поставлю. Рюкзак, по-моему, тоже желтый. Либо а хер его знает. Короче, посмотрим. Вчера бегали, это ренегатов гасили. Уже под конец.
решили. И на эвакуации там посмотрим. Я хотел бы на легендарку сходить, экзотический контейнер получить. Да, вот побыстрее бы. То как бы время тоже. Ну давай, пошли. Эвакуируем и выходим. Угу. Все равно скоро идти тоже надо уже. Время-то поздно. Ты уходишь скоро? Ну. Как-то одно и то же время в основном. У нас через сколько эвакуация начнется? Время, скажи, минута. Минута. Ровно? 10. А, тут... Минута 10. Значит, на соседней там это тоже такая же, только пару секунд. Вместе. Что, на разных эвакуациях по разному время? Нет, то что этот. Зоны. Ну тоже кто-то вызвал, только время немного поменьше. А. Я вот про это. Вай-вай-вай. Чего? Да, лаги пошли. Блин. Не думал, что антивирус мне даст стабильность компьютеру. Да, блядь, эти антивирус, сука. Пиздец полный. Они как бы и надо, их нахуй не надо. Ну вот у меня плюс идет к стабильности. Транспорт на подходе. Ожидайте. Производится эвакуация груза. Чистенько. Да, конечно. Носки на серп отправляем. В прачечную. На. До завершения эвакуации 30 секунд. Что, пойдем? Да, выходим на эту... Да-да, КПП. На КПП. Ну, вот, я поставил метку впереди. Сейчас справа будет 120 да, метров. В принципе, недалеко. Ой, давай, выходим. О, у меня тут лут лежит с чего-то. Да, пойдем. У тебя здесь лут лежит. Ну, я не знаю, у меня вот желтая шмотка лежит. Мы же тут ничего не убивают. Никого не убивали. Так вот именно. У меня желтый. Блять, вывез две банши, но те, что не надо, короче. Ясно. Сука, блять, ну везет же. Коленки надо, броню надо. А, не броню. Соберу себе какой-то сет для. Специально для рогов. Паленько. Так, тпшимся. Да куда? Пока. На базу. Ну да. Терминал, а потом посмотрим. Короче, слушай, вот легендарки есть практически половина миссий. Какую давай выберешь? С этими стисельщиками. Вот, стисельщиками. Выбирай, как бы ты лидер. Выбирай стисельщик. Ну короче, с этими. А откуда я знаю где? Это вроде которое это электричество, которое, ну молния. Сейчас посмотрим. Морг в метро, сейчас. Не, только высокая, потом дальше. Дальше. Я знаю, что вот производство Напалма, вот, она вот вроде как есть. Times Square. И... А есть легендарная Times Square. Это там как... на улице, там где электричество. Там легко, там на улице будет, там будет легко. Вот станция на пойдем? Давай. Ставь и подбор. Давай. А пока перемещаемся и поставлю подбор. Ох, будет. Электростанция там нормальная тема. Там проходить не очень сложно. Ну, надеюсь. Там, короче, подрубить надо электростанцию. Вот.
А, блядь, тут вначале будет тяжело. Ладно. Но дальше, в принципе, попробуем. Можно справиться. Ставить на эту... Подбор, да? Да-да-да. Да, давай подбор. Сами как-то, блядь, тяжеловато будет. А ты чё думал? Это тебе легендарка, это тебе не это... Не испытание. Да. Я только не знаю, подберется или нет. Но если... Ульту. Вот это да. Ползивку. Да ядрит вашу налево, иди в жопу. Надоели звонить. Сука, блин. Дамажит хорошо, да? Вообще не знаю. Твой уфон, да, живущая. Есть. Путин, путин. Опа, блядь. Жирный. Заровяк, что ли? Да. Сейчас поджег. Fire, bitch. Fire. Куда надо? Сейчас. Сейчас на улице же будем. Вообще. Так, нормально. Подожди, блядь, это не блядь, это блядь. Не там, а где этот надо ящики притащить. Си, си, есть. Есть. Да, да, да. Блин. Уверен, что мы пройдем это? Да, да. Come here, guys. Come on. Команд, Рустов, Рустов. Я убиваю. Блин, снайпер. Стреляет. Come on, guys, focus. Блядь, шот, снайпер. Okay.
Что-то это, блядь. На это. Сука, ты. Вот готов я тут. Гранату, давай. Это ты прикинь, это только бомжи, блядь, да? А сейчас пойдут золотые, это вообще будет пиздец. Сзади. Блядь, рыбак. Бля. Кимся, блядь. Хилку, хилку сбили. То. Дробаши, дробаши, блядь. Come on, Russia, what the fuck are you doing? Come on. Шука, блядь, снайпер. Don't die now. Ты останешь. Ай, справа снайпер. Нет, давай, да. Давай, давай. Еще идут. Сейчас дробаши пойдут сзади. Блин, добили. Снайпер хренов. Агент из вашей группы ранен. Русков, русков! Да я уйди, мудак. What the fuck are you doing, guys? Ай, живи, живи. Там, Юрин, get your face. Блять, снайпер, сука. Ладно, так будем. Сейчас встану. Нормально, живем. Я себе боезапас кончился. Сейчас подыму. Аптечку. Люблю ее. Ага. Блин. Снайпер. А вот патроны есть. Да, ты что, не знал? Опа, один без сознания. Нормально держимся. Капец. Let's go, Russia.
Ну а что ты хотел? Это легендарка. Да, с одной хпшкой, блин. Так, я только поставлю. Блять. Не успел? Не, мне надо вне боя поставить хилку другую. Так ты можешь поставить. Или не делаю. А, могу, да. Все, поставил. Я сейчас поставлю на подъем. Так я тебе говорил, поставь. Нет, я не понял. Или это ульту, в смысле? Не-не, не ульту. Да, на боссов пойдет. Медика, медика, медика. Медик, медик, кью медик. Медика, медика, медика. Стой. Ты вздыхаешь? Да нет, да. Давай. Да стой. Дуд, that's a bug. Someone else needs you. Wait. Now да. you can revive me. Блин, зачем дергаться? Где он? Я не вижу, где он упал. Я его поднял уже. А, все понял. Блин, броню снял. Еще не бью. Я выбью. Блин. Come on, push. Push. Давай. Nice. Nice guys, keep moving like that. Bullet. Вот тут сейчас будет. Уже идут. Back guys, back. For your life, come on. Back. Follow me. Блин. А, он говорит назад, блин. Ползи назад. Ползу. Shotgun. Nice. Thank you. Don't use yellow, dude. Put green. Nice. Мы один поставили. Ох, щит! Давай, follow me, dude. Behind, go with dice, come on. Блять. Come to me, come on. Я бегу. Сидите. Сиди. Давай, поднимаю. Беру.
Где он? Ага. Его. Так, на меня стагерили. Добил. Блин, надо аптечки. Патроны, патроны. Не аптечек, еще больше нет. Идут, идут. Бэк, бэк. Там хиллеры. А. Так, одного убили. Кто не стреляет? Блять, шо ты? Я сползаю к вам. Кинул. Давай, давай. Я позамаю. Ой, да. Айс. Это еще не все. Да я в курсе. Сейчас еще пойду. Еще пойду. Это я помню, да. Внимание! Обнаружен противник. Из магазина. Блин. Сзади пойду сейчас. Вот, снайпер. Блять! Сука! Не подходи близко к нему. Он сразу вырубает. Где один? А, вон он. В магазин, вот. Вот. Гаси его. О. Где тяжело? А. Все нормально. Блин, снайперы. Сейчас будем выносить. Сзади, блядь. Да-да, вынеси его. Да, блин, по мне стреляет. Он меня, сука. Он, всё. Блядь, меня трепает, блядь. Все, все, добил. Поздно. Где? С другой стороны. Все, все, все. Ну тот, который ты убил. Не, нет, с другой еще. Focus the sniper, guys. Чуть не хватило. Слева добейте, вон ушел за машину. Угу, спасибо. Я на подавление сейчас. Ты одного подавляй? Подавил. А его уже убили. Но этого не подавляй. Почему? Потому что надо, чтобы он выстрелился. Ну сейчас он пошел, он там ляжет. Он ляжет просто. Не. Ну вот, идут.
Отходим. Назад, назад, назад. Вот идут, идут. Шотган. Шотган. Фак. Так, хиллер один. Ага. Кинул ящик. Чё золотой, блядь? Да. Блядь, я стою. Ох ты, ё-моё. Только высунулся, сразу положили. Слева входят. Справа входят. Блядь, медик, сука. Те, которые справа, блядь, меня ложат. Воды? Давай, давай, давай. Так, одного взяли. Блин, у меня... Блин. У меня трое. Я понял. Ползу. Focus agent, guys. Блин, у меня аптечки нет. Да и у нас тоже нет. Только камень кинул, подходи. Берите патроны. Да какой, сколько еще противников? Пиздец, сколько их, да? А, его взять нельзя, сука, я забыл, блядь. Подожди, это который... Броню надо сзади, блядь. О, это... Надо сначала тех грохнуть. Да, 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 да. Ну, а, сука. Они с приклада, короче, с первого раза уже нет. И отползали. Отходите, отходите. Давай. Я подниму. Проблемки, у меня патроны заканчиваются. Да их еще немного осталось. А, в обойме это 9 патронов всего. А, понятно. Ну-ка, смогу ли я подбежать? Нет. Попробуй. Ой, я сейчас знаю, я сейчас этого хиллера. Блин, еще. А, там еще подошли. К нему еще подошли. А, чувак тут хавает гранаты, блядь. Ай-яй-яй. Я подойду.
Ползи, блядь. А нихера, а? Нихера, блядь. Блин, у меня чуть-чуть сейчас осталось. Подняли. Блин. Да, еще не говори. Охуеть просто. Охуеть. Сразу же. Агент вашей группы ранен и нуждается в помощи. Давай, давай. Найс. Хорош. Да, блядь, сука, заебал нахуй. Ну, блядь, наконец-то. Да. Найс, блядь, найс. Найс, гайз. Путная была катка. Да. Я же говорю, это легендарка там, блядь, пиздец. So guys, if you have a ninja bike, can you give it to me? Ниндзя? А, ninja дело bike. Ниндзя. А, если ниндзя, дать ему. Сейчас посмотрю. Пожиратель патронов. Yeah. Что же мне выпадет? Перчатки, зашибись, блин. Перчатки? Третий? Да. Третий. О, хороший, кстати. Ну, блин, в электронику, конечно, только они. У них броня почти под 1000. Почти 1000. P7. Шанс крита. Агент покинул вашу группу. Урон из личного ручного пулемета. Блин. Повыходили. Ага. Да, прикольный этот пожиратель. Там обжора талант у него. После убийства цели, наносимый вами урон, увеличится на 10%. Фиг суммируется до 5 раз, но обнуляется, когда прекращаете огонь. Короче, да. Зажал и пиздуешь. Да, и просто стреляешь, да. Я вот из-за этого... Просто шамаляешь. Я из-за этого с ним подхожу. Ну так, блин. Вот если бы на пульку было бы, вот это хорошо было бы. Блин, у меня 1000 падает пуля, зато в 1100 повышается электроника. Ну, блядь, все, в принципе. А есть еще легендарка, короче, электростанция Уоррен Гейт. Не, я уже все